Получить субсидии по данной программе могут семьи, у которых площадь жилья на каждого члена меньше, чем установлена в регионе. Возраст обоих супругов не должен превышать 35 лет. У нас в городе в программе участвуют 10 семей. В рамках исполнения муниципальной программы обеспечения жильем молодых семей от области поступили денежные средства для предоставления субсидий трем молодым семьям. Это порядка 600 тысяч каждой семьи. Сейчас распределяем и даем сертификат. Подробности об условии участия в программе «Молодая семья» десногорцы могут узнать на портале «Госуслуги».